Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру под названием Disassembly. И сегодня мы с вами будем разбирать вот такой вот болид Формулы-1 в желтом цвете. Только посмотрите на этого красавца. 219, блин, деталей. Я на самом деле не уверен, что мы до конца его соберем, но изрядно помять, я думаю, обязательно нужно. Смотрите, здесь представлена даже трасса. Жалко, никаких объектов нет. Только в столб мы можем вот вхерачиться. Давайте попробуем, кстати. Такая вот резина здесь. Все, как вы видите, новенькое, блестит. И скоро напополам этот болид, судя по всему, развалится. Но сейчас посмотрим, что будет. Давайте прямо внутрь залезем вот сюда вот. Такие здесь текстуры, так слишком ясно залез. Как будто карлик уселся на болид. Вот так вот, наверное, приблизительно. Жалко, плавно, опять же, я не могу камеру перемещать. Ну-ка я как-нибудь подстроюсь. Ну, короче, как-то так, друзья. Зеркала не работают, естественно. Так, ну, допустим, я уселся, и теперь... Слышите это? Рев зверя. Так, тихо-тихо. Главное, назад куда-нибудь не въехать. В стеночку, например. Как вы видите, также поворачивается и руль. Блин, и я соскочил. Это неудобно, конечно, сделано. Так, ладно, буду, короче, управлять на стрелочках на клавиатуре. Это можно тогда в таком случае свернуть. Так, ну что, друзья, давайте со всего размаха, наверное, со всей скорости, максимально сколько мы сможем разогнаться, можно даже немного еще назад сдать, вхерачимся, в общем, в столб, либо в другой конец карты. Ну, давайте в другой конец карты для начала. Потом мы можем ресетнуть и попробовать вхерачиться как-нибудь бачком в столб, например. Так, ну что, стартуем, когда все красные загорятся. Газуем. Погнали. Ну, не сильно мы разогнались, конечно. Нормально. Передние колеса развалились, в разные стороны отлетели. А задние, кстати, на месте стоят, как вы видите. Ну, блин, я на самом деле думал, будет хуже. Я думал, он прямо весь развалится на малюсенькие кусочки, но нет, на бачок вот так вот завалился он отдыхать. И 200, ой, точнее, 196 деталей еще осталось. Это очень много. Совсем чуть-чуть развалилось, как вы видите. Ну, передок, естественно, развалился, колеса передние. И все, по большему счету-то. Даже зеркала, смотрите, на месте. От удара, я думал, развалится весь кузов, весь этот корпус. И вообще вся передняя часть. Я думал, я куда-нибудь улечу на заднице, прокачусь по асфальту. Но нет. Удивительно. Достаточно прочный болид. Но давайте, наверное, перезапустим. Сделаем ресет. И попробуем теперь как-нибудь бачком, что ли, в столб херачиться. Давайте сделаем даже вот такую вот камеру. Вот так вот. Теперь будем гонять не от первого лица, а можно сказать с видом с ТВ-камеры, в общем. Так, ну-ка. Ой, ё-моё, какой же он неуправляемый, тихо. Ну, ничего страшного, я думаю. Ничего страшного не произошло. Так, по-моему, я ось как-то искривил, что ли, мне кажется. Нет, мне кажется, все нормально, друзья. Так, разгоняемся. И... Да блин, действительно, действительно прочный, достаточно болид. Так, немного мы, конечно, сместили, смотрите, вот эту установку. И опять болид наш совсем чуть-чуть поврежден, чуть-чуть помят. Немного деталей отлетело, даже колесо, смотрите, левое никуда не делось, оно на месте. Но, к сожалению, покататься я больше не смогу, могу только руль выкручивать, как вы видите. Можем наблюдать за всеми механизмами, поворотными. Так, ладно. Я на самом деле думал, что этот столбик упадет, но нет, он стоит также на месте. Давайте еще раз попробуем разогнаться как-нибудь. Неужели он настолько прочный? Я надеялся, что в легкую его раскромсаю, и нам останется всего ничего деталей. Так, давайте снова с вот такой вот камерой, с высоты птичьего полета, можно сказать. Попробуем прям хорошенько разогнаться. Да, подлиннее бы путь весь. Наш маршрут. Так, тихонечко. Можно даже задок немного помять, вот так вот упереться. Колеса же не отвалится, да, нормально, друзья. Да, сглазил. Так, ладно, больше не будем такого делать. Еще одна попытка. Снова улетаем наверх, взлетаем. Давайте прямо сейчас на этот раз повыше куда-нибудь залетим, вот сюда вот в угол карты. Так, отъезжаем. На этот раз я буду аккуратнее.
чтобы никаких ударов не было. Так, ну достаточно. Газуем, друзья, на полном ходу. Давайте резко завернем как-нибудь вот так вот в угол. Оп. Так. Но, блин, все равно 200 деталей, блин, смотрите. Да, похоже, никак не убить полностью. 190 уже, кстати. Никак полностью болит не убить, блин. Это прочный. Прочный автомобиль. Как же медленно я лечу, конечно. Хочется как-то совершить рывок. Блин, кстати, вот, посмотрите. Какой здесь свет, что за халтура. Да, так что, друзья, давайте приступать к разборке, наверное, нашего болида. Больше не будем пытаться его в хлам раздолбать. Сделаем это, в общем, вручную. Наверное, полностью его разбирать не будем. Но корпус точно снимем. Так, во, нормас. Сейчас, может, что-то будет. Сальтушечка вот такая вот. Блин, смотрите, какой он прочный. Приземлился, будто камень просто. Будто из бетона сделано. Так, ладно, все это выкидываем, друзья. Зеркала давайте тоже. Это все не нужно. В болиде зеркала не нужны абсолютно, я считаю. И этот кузов тоже ни к чему. Оставим только каркас. Так, это все выкидываем. Пластик этот говеный. Кому он сдался? Вот, смотрите, сразу принял вид наш болид. Вот это сразу показатель статуса. Смотрите. Эй, давай-ка выкидываем, все. Было бы еще колесо правое. Ну, может быть, могли бы покататься даже немножко в таком виде. Но сомневаюсь я на самом деле. Там, наверное, как только в этой игре, как только одну деталь вытаскиваешь, то все, движение мы не сможем осуществить. Так, ну вот, смотрите, что здесь внутри. Вот так вот все выглядит. Давайте спойлерок разберем. Он тоже в составных частях. Сколько там уже? 180 деталей. Блин, на самом деле много. Придется покопаться для того, чтобы полностью разобрать этот болид. Но я думаю, полностью мы все-таки его разбирать не будем. Мне кажется, даже не будет взрыв эффектный с бомбой. Тут некуда особо бомбу засунуть, только если вот сюда, вот на место пилота. Да и то так себе будет взрыв, наверное. Но давайте на скорую руку как-нибудь все-таки попробуем полностью разобрать. Может быть, получится. Не упустить ни одной детали. Так, а как колесо, кстати, разбортировать? Тихо-тихо-тихо. Понял. Делаем вот так вот. Теперь снимаем колесо. Вытаскиваем диск. Если получится. Да ёб твою мать. Так, что-то я теперь колесо взять не могу. Так, ну, нормально. Вот так вот мы резину вытаскиваем. Оставляем диск. Прекрасная резина. Ни капельки практически не повредилась. Ну, почему практически? С уверенностью можно сказать, что резина здесь не повреждается абсолютно никак. Так, следующее колесо. Там даже какая-то деталь, смотрите. Да, тихо-тихо-тихо-тихо, не катайся, перестань. Ну, неудобно же. Все, нормально. Так. Как-то вот этот вот кусок нужно отсоединить, но что-то у меня он не отсоединяется. Ладно, давайте перевернем, например, вот так вот колесо. Может, с этой стороны... Ё-моё. Что происходит? Так, ладно, нормально. Так и должно быть. Вот мы и выкорчивали эту деталь, можно сказать. Так, здесь тоже можно разобрать все. 170 уже деталей. Да, мне кажется, это надолго полностью разобрать болид. Вот эту деталь я вытащить не могу почему-то. Может быть, сначала сделать вот так вот. Да, тихо, все прыгает, блин, скачет. Нет, все равно вытащить не могу. Странно, на самом деле. А, вот, с кольца надо было начать. Так, здесь мы ничего сделать не можем. Окей, давайте вытащим теперь диск. Вот так вот. А с диском я, кстати, больше ничего не могу сделать, да. Это цельная конструкция. Он, кстати, помят, как вы видите. Но сделать мы с ним больше ничего точно не можем. Так, ну и теперь с этой стороны. Итак, колеса я полностью все разобрал. Давайте приступать к основной конструкции. Все это вытаскиваем. Никому не нужное барахло. Так, передок подрихтуем немножко. 148 деталей, друзья, тем временем. Ну, сомневаюсь я, что мы полностью разобрать сможем. Наверняка я уже пропустил кучу деталей. Наверное, вон там он где-нибудь, в этой пластиковой конструкции.
Так, что мы здесь можем снять? Вот, давайте верхушку. Тихо-тихо. Опять начинает все колбасить. Но мы с вами справляемся. Вот это вот ненужное все барахло. Тут, кстати, можно что-то, наверное, отсоединить. Сейчас перевернем. Да, смотрите. Вот такие вот маленькие детали, я думаю, с легкостью можно упустить. Они засчитываются хотя бы? Да, засчитываются причем. Так, окей. Уже 136 деталей тем временем. Блин, посмотрите, уже крошечные совсем детали. Все, больше здесь точно ничего нет. Не удивлюсь, если я здесь что-нибудь пропущу. Но вроде как... Нет, вроде как все. Так. Да, все. Продолжаем, друзья. Продолжаем. Может, вот тут вот что-нибудь снять можно, кстати. Не похоже. Ну ладно, давайте потихонечку. Что мы можем здесь еще? О, отлично. Кое-что нашел. Выкидываем. Оно просто теперь летает. Да, иди в задницу. Ну все, болид начал жить своей жизнью, друзья, но угомонись ты. Я пытаюсь за ним поспешить, да ё-моё. Так, нормально. Он убегает, смотрите, медленно понял, что это день его кончины. И потихонечку пытается от нас удрать. Не знаю, что послужило причиной, на самом деле. Надеюсь, сейчас мы ее ликвидируем. Так, давайте... Нет, так не получится. Значит, надо продолжать с этой стороны. Так, вот здесь вот несколько деталей, которые можно снять. Да, тут полно деталей, смотрите. 111 тем временем, друзья. У нас остается деталей. Здесь я ничего снять не могу. А вот здесь вот много всего можно поснимать. Переходим к двигателю. Здесь тоже все поснимаем. 80 деталей тем временем. Я, кстати, нашел деталь, которую не могу никак достать. Где-то она здесь находится. Вот. Почему я ее достать не могу, непонятно, друзья. Посмотрите, как-то странно она установлена. Просто воткнута как будто. И сделать с этим я ничего не могу. Мне бы ножовочку сейчас, я быстренько бы справился. Не знаю, короче, что делать с этой конструкцией, друзья. Вот, смотрите, красным горит. Ничего не получается, я уже полностью ее обкликал. Ничего хорошего из этого не вышло. Так, ну ладно, давайте продолжим с двигателем пока что. Там разберемся, я надеюсь. А может и нифига не получится. С двигателем покончено. 30 деталей у нас остается, друзья. Давайте переходить теперь вот сюда. Вот ремни отсюда вытащим. Ну не знаю, вряд ли здесь 30 деталей есть. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, куда поехал? А мы, кстати, до сих пор рулем можем крутить, да? Смотрите, руль крутится, вращается, отлично. Правда, нам это уже ни к чему. Так, продолжаем выкидывать части ремня. Давайте поаккуратнее этим заниматься, чтобы никуда наш корыт не улетело. Так, что у нас тут еще? Ну, руль, естественно. Сейчас я его снять, так понимаю, не могу. Да, давайте чем-нибудь другим займемся сначала. С этой стороны. Так, что-то там еще было. Во, отлично. Посадочное место. Разбираем до конца переднюю часть. Педали поотваливались. Так. Как бы отсюда вытащить все нормально, друзья. Смотрим дальше, что у нас тут осталось. Блин, как же неудобно все это, конечно. Но я стараюсь, друзья. Поразваливалось все практически автоматически. Так, здесь я ничего сделать не могу. Вроде как нет. И осталось всего ничего, друзья. Разобрали руль. Ну-ка посмотрим. Здесь мы ничего сделать не можем. Кнопочки повыковыривать. Нет, судя по всему, нет, друзья. И как вы видите, тихо-тихо-тихо. И как вы видите, осталось уже 11 деталей. Да, с рулем мы точно сделать ничего не сможем. 11 деталей, блин. Вроде не так и много, но с другой стороны не так уж и мало. 7 деталей у нас остается. Так, подождите, я не все колеса, что ли, разбортировал? Но тут 7 деталей нет все-таки. Но почти, друзья. Почти, да переворачивайся ты. Куда покатилось? Успокойся. Так, тихонечко, аккуратно переворачиваем. На другой бачок. Так, и здесь мы все вытаскиваем. По крайней мере, пытаемся.
Так, что на этот раз? Почему я вытащить не могу? Все, вытащил. 4 всего лишь детали. 3, 2 и... Так, в космос. Отправляем вот эту вот деталь. Смотрите, головой поймаю. Эх, почти. Так, больше тут мы ничего сделать не сможем. Одна деталь всего лишь осталась. Ну, на самом деле, я думал, что я 10 не смогу найти. Но в таком случае, раз осталась всего лишь одна деталь, друзья, можно быстренько пролететь, пробежаться здесь и посмотреть, может, что-нибудь и найдем. Так, ну, точно не здесь. Ну-ка, перевернем. Тоже тут ничего, надо идти в гущу событий, так сказать. Вон туда, где весь основной хлам. Так, тоже вряд ли что-нибудь можно вытащить. Ну да, цельная конструкция. Так, ну давайте я быстренько поищу, попробую. Так, я, кажется, что-то нашел, надеюсь, это она, друзья. Последняя деталь, да, отлично, мы все-таки сможем использовать бомбу. Ну давайте, давайте попробуем. Положим эту бомбу аккуратненько на место пилота. Хотя она туда не влезет, наверное. Давайте попробуем, почему нет. Так, тихо. Хотя нет, она маленькая, смотрите. Немного ударилась. Так, засовываем. Вот и пилон, друзья, наш. Взрывоопасный немножко. Давайте в движении теперь взорвем бомбу. Так, прогазовочка и... Ну, немножко вывалилась наша бомба, но... Менее эффектнее от этого не стало. Смотрите, разлетается весь наш болид. Вот это я понимаю. Я думал, он развалится так, когда мы в стенку врежемся. Но нет, смотрите, понадобилась бомба. Красота. Практически фейерверк. Одна деталь, кстати, написано осталась. Но я уж ее искать не буду. Ладно, друзья, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.